Сегодня мы вводим два объекта. Один объект очень большой, он 9 500 000 квадратных метров. Стоимость этого проекта обошлась 1 165 000 000, и он позволяет принимать ежедневно 680 посетителей. Благодаря введению этого объекта по туберкулезу мы все эти вопросы решаем. Республика Татарстан демонстрирует успешные показатели. Заболеваемость туберкулезом за 3 года снизилась на 18,8%. Показатель смертности снизился на 28%. Открытие этого учреждения, оснащенного самым современным оборудованием, позволит внедрить современные технологии диагностики туберкулеза, что позволит в кратчайшие сроки поставить диагноз и оказать эффективное лечение. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.